Мы нашли его. Птаха был прав. Он в Хоупе, в Южной Дакоте. А девчонка? Ее с ним нет. Ладно, народ, слушайте. Объявляю о начале операции. Я хочу голову 47-го на блюде и как можно скорее. Сэр, вам не кажется, что вернуть девушку более важная задача? Нет, Джейд. Сперва нейтрализуем предателя, который заварил эту кашу. Он знает, где она, поверь. Достанем 47-го, достанем и девчонку. Больше лажать нельзя! Пора отправить святых. Тайлер тебе рассказал? Привет! Как дела? Это полиция! Все в порядке! Ладно, ладно, продолжаю поиски. Теперь что-то определенно происходит. Это я. Здесь явно что-то происходит. Не пойму, что, но ты там передай парням, чтобы были внимательнее.
Я точно знаю, это еще не конец. Вот увидишь. Он должен быть где-то здесь. Здесь ничего. Продержите здесь все. Надо найти подозреваемого. Ладно, давайте тут все проверим. Но осторожно. Новенький, да? Из большого города. Чувак, слушай, мне сейчас бойфренд не нужен, так что валил бы ты. А вы, парни, гоняете по городу с включенной сиреной просто так? По приколу? Мне ужасно любопытно. На лицо у меня плохая память. Похож на... того парня. Это парень, верно? Я просто... Что это? Слушай, меня сейчас свидание не интересует. Это ведро не выйдет. Позвони. Чуете, мусором понесло. Ты абсолютно прав. Надо перестать смотреть. Однозначно. О, я обожаю эту часть. У меня такая плохая память на лица. Он похож на того.
Эй, эй! Как дела? Уже мечтаешь о поездке на барбекю? Память на лица, он похож на того. На твоем месте мог быть я. Как я рад, что это не я. На твоем месте мог быть я. Слава богу, что это ты. Башка кружится. Лёва, может, с чили-соусом переборчил? Вот, блин, лишь ребята не заметили. Не время для слабости. Где чертова скорая? Эй, что за дела? Да, смотри, как мы здороваемся в Чикаго. Йо. Чем бедолага заслужил такое наказание? Ну и ну, смотреть страх, да? Не стоило сегодня вылезать из постели, а?
Вызывайте скорую! Кто-нибудь! У нас ЧП! Кто-нибудь! Вместе! Ты же новенький, так? Из большого города, так? Обращаются с должным уважением. Я уже руки прочь от пиццы. Это специально для Лени делали. Да-да. Пицца по-чикагски. Вали нахрен. Вот что за дела. Ты новенький, что ли? Ну да ладно. Как там говорят? Если тебе дорога твоя голова, несли парикмахера. Поехали. Эй, что за дела? В Хоупи для меня, конечно, тесновато. Мне нужен большой город. Там... Адово проклятие. Вот это что!